известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей нашего телевизионного канала NEFS TV. В эфире новая 35-я передача, и я ее ведущий Всеслав Соло. Сегодня в студии задает вопросы Раси Татарис, мой соученик. Мы поговорим о самодостаточности. Самодостаточность, она охраняет границы человека. С одной стороны, она может считаться невежественным началом, потому что любая независимость – это отделение от окружающей среды. То есть вот я, а вот окружающая среда. И значит, человек живет в мире разделенном. Значит, получается, самодостаточность – это в какой-то мере невежество. Но именно через самодостаточность мы можем и существовать в этом мире, и познавать его как значимая божественная единица этого мира. Следовательно, с другой стороны, самодостаточность – очень полезное состояние, и ответственное, и важное. Просто надо научиться правильно себя в этом состоянии вести по жизни. Не в гордыне ломиться или прятаться от всех, из-под тишка выглядывая на мир, посматривая, выглядывая из своей вот этой самодостаточности. А именно правильно использовать нужно эту технику, это состояние для познания мира божественного. И вот сейчас мы послушаем первый вопрос моего соученика Рати. Здравствуйте, Всеслав Маркович. В передаче, посвященной теме «Ангелы и демоны», вы сказали, что человек в принципе самодостаточен и может развиваться в божественном направлении без партнера противоположного пола. Вы могли бы рассказать, в чем суть и особенность данного пути развития? В 34-й передаче «Любовь – это навык души» я уже немало изложил ответов на вопрос, только что прозвучавший, Рати. Но здесь, в этой передаче, я хочу обратить внимание наших телезрителей на некоторые другие черточки, энергетические точечки и опорные точечки, которые именно помогут не только понять суть самодостаточности, любой самодостаточности, но и научить смогут человека ею правильно пользоваться. Вот что приходит на ум, когда действительно начинаешь рассматривать крупным планом состояние самодостаточности? Нет, это не то, что вот полная независимость от всех, хотя в какой-то мере независимость. А вот обратите внимание, уважаемые телезрители, когда человек живет, у него есть определенный опыт жизни. Вот вы живете, да? У вас определенные знания есть, обучение вы проходили какие-то, значит, вы имеете образование так называемое. И вот все, что есть потенциал вашей сущности, потенциал развития вашей сущности, вы можете и имеете полное право, ну, в рамках законодательных систем социальных, применять во внешней среде. И применяете. И вот насколько вы разбираетесь в каком-то предмете и имеете опыт относительно этого предмета, вы его и выполняете, или пользуетесь им, или же как-то, значит, влияете на него, ну и так далее и тому подобное. А насколько вы не знаете его, а пытаетесь выполнять что-то, манипулировать с каким-то предметом, то настолько вы будете уже нуждаться
Не в самодостаточности, а в вопросе к среде, в поиске помощи какой-то от внешней среды. Видите, самодостаточность заканчивается там у человека, где у него не хватает его личного опыта, где у него не хватает его личного образования и где у него не хватает его личной воли. Потому что на выполнение любых действий, поступков нужна еще энергия воли. И если чего-то не хватает человеке, у него заканчивается самодостаточность. А он, допустим, кичится, что ох, да, он самодостаточен. Естественно, что все остальное будет выглядеть уже гордыней, правильно? Когда человек начинает во внешнюю среду выбрасывать вот эти вот позиции, позы, что вот он может и он мастер, то не всегда это так. Не всегда это так. В подавляющем большинстве случаев у него не хватает самодостаточности, и поэтому он пытается защищать свои дыры, прорехи в опыте, в образовании и в массе воли вот этими гордынскими выплесками, позициями, позами относительно социума, в котором проживает такой человек. А умный человек, естественно, самодостаточность свою оценивает наиболее правильно. Он осматривается и говорит, вот в этих рамках я самодостаточен, а здесь нет, мне нужна отвертка. Будьте добры, принесите мне кто-нибудь отвертку, говорит. То есть он не может пальцем открутить, он не самодостаточен. Да? Или же он начинает рассуждать на какую-то тему и говорит, вы знаете, я вот не помню, как это называется, или я не знаю, что это такое. То есть, видите, человек честно признается, что вот здесь он не самодостаточен. Другой вопрос возникает. Хорошо это или плохо, когда человек гордится и блефует, ну типа того, что я самодостаточен сам с усам, или же когда он признается в слабости так называемой своей. То есть вот самодостаточность, как она вот реагирует по развитию и вообще на человека влияет в этих вот двух разных случаях. Ну когда гордыня, понятно. Когда гордыня, человек что? Когда гордится, он выставляет в себе пустоту. У него яма возникает, а всем кажется, что это бугор, что это выступ. На самом деле это яма, потому что там же она ничем не подкреплена, а просто слова, блеф, да? И поэтому в человека идут возвратные удары. Он сразу их может не ощутить, а по жизни они его достанут все равно. И это, конечно, проблематично, и кармические навороки организовывать по жизни человека. Поэтому о них даже не интересно говорить. И если вы себя ловите на таких состояниях проявления гордыни, пытаясь показывать, что вы самодостаточный человек, оттопыренные пальчики, да, то я не советую этого делать. Не советую, потому что... Ну, потому что не советую. Потому что у вас будут проблемы. Обязательно. Не сейчас, так завтра. А вот когда человек самодостаточен и выполняет что-то, а потом вдруг обнаруживает, что у него не хватает там воли, там опыта, времени, там бывает еще и образования, он обращается, дайте отвертку. Ну, это как бы вот с одной стороны слабость, да, ну, что он признался, что у него нет этого, ну, не знает, подскажите. А с другой стороны, он ведь честно это сказал, правильно? Значит, что? Ему дадут отвертку. Если он честно сказал, ему дадут, она будет найдена обязательно. Если же он будет требовать отвертку или просить, или нуждаться в ней в стиле презрения к обществу, в котором он проживает, что он вынужден у них просить эту отвертку такого типа, да, то, естественно, ему среда и по рукам даст, она не пустит его куда-то. Это же не только отвертка может быть, ну и хочет человек девушку найти, или девушка парня найти хочет, или работу хочет человек найти, или еще какую-то проблему решить. То есть это может совершенно любой быть вариант жизненной ситуации какой-то. И поэтому здесь самое главное, когда у вас заканчивается самодостаточность, и вы что-то хотите в среде взять, организовать для себя, как развитие, то именно как развитие и предлагайте среде. То есть вот мне нужна отвертка, и я вот это сейчас сделаю. Мне нужно вот это, и я получу вот это образование, чтобы вот здесь все привести в порядок, ну и так далее. То есть это естественная как бы потребность человека. То есть получается в этом случае самодостаточность руководит собственным развитием.
если вот так, без всяких каких-то задних, как говорят, мыслей. То есть без позы гордыни, без позы страха, без позы неуютности, ну и так далее, и тому подобное. Просто поиск, да, блестящие глаза, и человек решает какую-то идею. А, вот о чем мы заговорили. Чтобы вот такая самодостаточность, саморазвивающаяся в человеке организовывалась, нужна обязательная идея. Куда идет человек? В какую сторону развивается? То есть цель определенная. Цель, причем цель поставленная не за 3-9 земель, а реальная, чтобы человек понимал, что он ее достигнет через такой-то промежуток времени. И внутренняя организованность нужна. Не спешка, которая требуется при ловле блох, как говорят в народе. Вот. А именно последовательное, методичное и четкое достижение этой цели. С ежедневным трудом, посильным, и не пассивным, а посильным. Потому что перетруждаться тоже нельзя, идя к цели. И не дотруждаться тоже нельзя. То есть сделай все то, что ты сегодня можешь сделать, чтобы не переносить это на завтра. Понимаете, да? То есть всегда стараться нужно вот эту меру чувствовать, норму своего развития самодостаточности. Это вот хорошие, правильные моменты в жизни развития человека. И я нашим телезрителям советую обратить на них внимание. Что бы у вас ни случалось, помните, у вас есть круг собственной личной самодостаточности. Но он не бесконечен еще. Он не божественен. Он обязательно чем-то ограничен. Вашим опытом, временем, вашими какими-то недопониманиями, еще отсутствием информации и многими другими вещами. Поэтому где заканчивается ваша самодостаточность, включайте цель. Вспоминайте, куда вы идете, для чего все это нужно. И если вы общаетесь с человеком, а то, что он сейчас требует от вас какого-то ответа на какой-то вопрос или что-то еще происходит между вами, какой-то конфликт, и это то, что он требует, этот конфликт никак не касается цели, куда вы идете, да пройдите мимо, не отвечайте ему, улыбнитесь, пожмите ему руку и скажите, я не буду этим заниматься, и пошли. Нет же, вы начинаете пытаться высказывать, что вы там это знаете, вы можете это доказать, еще вам это надо. Зачем вы прилипли к этой ситуации, когда у вас цель совершенно другая? Вот чему вы должны еще научиться. Самодостаточность должна вас научить, развивающаяся самодостаточность, научить вести себя по пути развития к цели поставленной, а не отвлекаться на случайные какие-то мимолетные, провокационные порою, все чаще провокационные, негативные какие-то моменты и всякие позиции, от среды поставленные подножки, так называемые, энергетические. Не обращайте на весь этот хлам внимания. Ставьте цели и идите. Ваша самодостаточность знает, что делать и где, как попросить. Не выпячивайте себя в гордыне, не бойтесь ничего, а вовремя организовывайте потребность в новом материале, в познании. И все будет на своих местах. Что же касается другой стороны вопроса, рация Татариса, насчет жития без партнера. Ну, во-первых, я в самом начале своего ответа сказал, что 34-я передача есть. Любовь – это навык души. И там вот как раз описывается, как нарабатывать этот навык души. Там очень много связано и с реальными событиями, и с воображением, и энергетически все объяснено подробно, посмотрите, пожалуйста. А здесь я добавлю вот что. Что значит без партнера? Да, без партнера тоже можно жить. Но, естественно, человеку, так живущему, придется либо астрально себя удовлетворять, в сексуальном смысле слова, либо он будет анонировать или мастурбировать обязательно, потому что физика есть физика. И, естественно, будет включаться воображение. Воображение. Но, опять же, там очень много интересных нюансов. И много разных моментов. А в чем они заключаются? А в том, что когда человек начинает воображать какого-то другого человека, что вот он с ним, скажем, целуется, да,
что вот он с ним обнимается там и так далее, то обычно это очень плохо и практически энергетически не отрабатывается и не срабатывает на уровне энергетическом, чтобы человек вот ощутил глубину израсходованных чувств, как в реальности. То есть бывает так, что даже застопоривается, и ничего у человека не получится. Не испытает ни счастья, ни радости, ничего. А тут вот в чем интересная такая вот точечка, но она очень ответственная и важная. То есть человек должен себя воображать противоположным полом. Нет, не надо переодеваться там мужчине в женской одежде, там, а женщине в мужские, а он должен ощущать себя в качестве противоположного пола, и когда он совершает воображение своем половой акт, акт любви с другим воображаемым партнером, то он ощущает, что вот он женщина, а он на самом деле мужчина, а его сейчас там другой какой-то мужчина, в общем-то, целует, обнимает и совершает над ним акт любви. Или же наоборот, эта женщина, она ощущает себя мужчиной, что вот, значит, она совершает акт любви с какой-то другой женщиной, понимаете? То есть вот всегда нужно видоизменяться, и таким образом вы сможете многое отрабатывать независимо. Именно вот будет полная независимость в этом плане. А еще лучше, когда воображение ваше работает, что в ощущениях вы тот человек, участвующий в воображаемой картинке в акте любви, а другой человек, значит, не с вами получается, а с другим, которого вы воображаете, совершает акт любви. И вот когда это со стороны вы видите еще, а в ощущениях на собственном теле понимаете, это еще лучше. Вот все эти вот вещи, почему я рассказываю, потому что секс, он не безразличен людям, и естественно, что он должен быть потребностью. У кого-то повседневный, а у кого-то там пореже, да, но он обязательно должен быть. И, конечно, можно и от одного воображения получить удовольствие и освободиться от паров любовных. А дурной крови, как говорят в народе. Ну, на самом деле, это не дурная кровь, конечно. Так вот, можно и так, конечно, но еще раз подчеркиваю, что это уже высший пилотаж, что только воображение. Естественно, что вам придется и физически обязательно тратиться. Еще раз подчеркиваю, это может быть мастурбация и онанизм. И ничего здесь зазорного и плохого нет. То есть человек вполне может самостоятельно, независимо существовать и развиваться вот в этом состоянии, в сексуальном, и поддерживать свое так называемое сексуальное здоровье вполне вот на хорошем уровне, на совершенно хорошем уровне. Вот для мужчины могу посоветовать что? Кстати, не забывайте, что это все авторские методики, вся передача, это мои авторские права. Вот мужчинам могу посоветовать в день, каждый день. Кстати, это очень полезно и для простатита, чтобы он ушел там и так далее, да? Делать фрикции, просто вот легли на жесткий ровный диван и делаете фрикции, да, с разной скоростью, с разным потенциалом подъема вашего таза, под разными углами, там минут 15, с разными нагрузками физическими. Каждый день. И вы увидите, что в ближайшее время у вас начнет выравниваться и половое влечение, и возможности, и сила мужская и так далее. То есть это обычная физзарядка с воображаемым партнером. Ну, обнимите подушку, целуйте ее, и все будет нормально. Но главное, чтобы вы эти фрикции делали, понимаете? Не обязательно, чтобы у вас там эрекция даже была. Просто таз. Обращайте внимание, чтобы таз поработал. Потому что там энергия застаивается в красной, в копчике, в оранжевой, на уровне лобка, в позвоночнике, оранжевой этой сексуальной энергии, да, и она сейчас вот вся хорошенечко поработает. Плюс воля на уровне пуповины, воля ваша, значит, накачается, и она тоже станет чистенькой. Вот это упражнение для мужчин могу посоветовать. Для женщин то же самое. Как ни крути, все то же самое, только женщина может маленькую подушечку положить на уровне лобка, чтобы ощущать больше прикосновений. И все.
Это очень помогает снимать вот эту физическую тягу к противоположному полу. Ну, естественно, как я и говорил, что физические основы должны быть обязательны. Это кроме вот этого упражнения, кроме этих упражнений, то есть и анонирование, и мастурбации, и воображение, ну и так далее, и тому подобное. Все это должно быть. Я сейчас тонкости не хочу все эти объяснять. Главное, чтобы вы меня поняли, что вполне человек может развиваться самостоятельно. Здесь даже может обходиться полностью без противоположного пола. Понимаете, да? То есть и это не зазорно, это нормально. У кого-то нет времени на это, извините. Кому-то не хочется. У кого-то денег на это нет. У кого-то желания нет, понимаете? У кого-то не получается это, то есть с кем-то познакомиться там и так далее. То есть очень много разных вот таких вариантов, или законы какие-то запрещают чего-то. Ну, когда вот то, что я сейчас вам объясняю, очень даже будет потребно и необходимо определенному ряду и количеству наших телезрителей. Вот такой мой совет. В той же передаче вы говорили о том, что прежде чем Бог создал человека, Он думал, анализировал, какая же форма физического тела будет наиболее самодостаточна для развития. Скажите, пожалуйста, почему были созданы два пола, мужчина и женщина? Ведь женщина не может родить ребенка без участия мужчины. А как известно, что рождение ребенка – это одна из задач женской натуры. Раций, здесь как раз впору вспомнить то, что для того, чтобы что-то было, надо бы, чтобы что-то, это что, то, что должно быть, наблюдало. То есть, еще раз повторяю, да? Для того, чтобы что-то было, надо, чтобы что-то другое наблюдало это, то, что должно быть. Вот, со стороны, да? Но смотрите, другими словами, да? Получается, все предметы светятся каким-то светом. Светятся каким-то светом. Отраженным. Но этот же свет мы с вами, люди, животные, там, и кто еще может, организованная природа, да, осознанно или инстинктивно осознанно, наблюдать можем. То есть мы наблюдаем все эти вот отражения. Но мы же представители тоже света, так называемого. То есть получается, свет познает внутри сам себя. Он же светит, и он же сам себя рассматривает через наши глаза. То есть, еще раз подчеркиваю, чтобы что-то было, надо, чтобы что-то это рассматривало, понимаете? Так вот, спрашивают у меня, Рати, почему два пола было создано? Ну, если бы был один пол, то кто бы его рассматривал? И кто бы мог подумать, что это и есть пол какой-то, понимаете? Создайте женщину без всяких мужчин, и она даже не поймет, что она женщина. Создайте мужчину, что вот без всяких мужчин, без женщин в этом мире будет существовать он, и он не поймет, что он мужчина. То есть обязательно нужно, чтобы что-то другое рассматривал, другое, и желательно контрастно другое, сильно отличное. И тогда оно и видит разницу, понимаете? Потому что это мир скоростей, это мир разницы, мир, как говорил Эйнштейн, относительности, понимаете? То есть в этом мире все бинерно, совершенно все бинерно разделено на две части. Даже в цифровых технологиях. И поэтому, еще раз подчеркиваю, чтобы развитие шло и развивалось что-то, да, необходимо, чтобы было два начала. Даже вот смотрите, по божественности судя, есть демиург, который создает все мироздание и может его разрушить. Единственный, кто может и создать, и разрушить. Но он обязательно выделяет из себя своего представителя, порождает Бога Всевышнего. Практически это тоже демиург, тот же самый демиург, но в образе Всевышнего. Он как бы сам разделяется. И тогда этот Всевышний наблюдает самого демиурга. Понимаете? Ну, то есть мироздание следит за ним. То есть демиург сам в себе, внутри себя, сам развивается и наблюдает за собой. То есть все в этом мире обязательно в двух началах существует. Поэтому два пола и было создано. Скажите, пожалуйста,
Почему человек не был создан двуполым? Ну, здесь сразу скажу вот что. Это неправда. Двуполые люди есть. Двуполые люди есть. Я не говорю о Земле. Существуют другие планеты, так называемые, в мироздании, где сущности двуполые, самодостаточные полностью. Где, есть даже такие планеты, где сущность одна живет на этой планете. Это ее планета и развивается. И она двуполая, и она может сама зачинать ребенка и сама его порождать и воспитывать. То есть вот такая сущность. И такие планеты есть. Поэтому, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит. А здесь получается, что живя, ну, в кавычках, в болоте земном, люди думают, что ну как же вот так, почему нет человека двуполого? Почему? Он есть. Просто не на Земле он есть. А вот для Земли форма существования пока вот два пола разделенных. Да? Другое дело, что грядет новая эра всемирного сознания, которую мы сейчас строить начали на Земле, и ее четвертый год заканчивается, начнется пятый. И календарь этой эры мы к Новому году, 2015-му, обязуемся выпустить уже, подготовлен он. И все желающие уже смогут жить по этому календарю новому. Он будет называться календарь квантовый, то есть квантовый календарь. Или календарь новой эры всемирного сознания. Так что я как бы сделал маленький аванс, рекламку. Или рекламу для этого удивительного начала, которое необходимо огромному количеству людей. Ну вот так вот, Раси. Так что получается, двуполые есть люди. Я понимаю, что кто-то, может, на Земле сейчас сожалеет об этом, что он не двуполый. Ну есть такие, есть кто-то обозленный, кто-то обиженный, кто-то не поняты кем-то, ну и так далее. То есть люди разные, и поэтому кому-то, может, и хочется быть двуполым. Вообще-то, конечно, истинное счастье – это когда ты ощущаешь любовь в себе двойную, то есть и своего пола, и противоположного одновременно. То есть ты двуполый как бы, да? А вот в новой эре люди будут к этому стремиться, будут к этому стремиться и, в общем-то, практически достигать этих состояний. Как женщине преодолеть желание иметь ребенка и стать самодостаточной для того, чтобы достичь состояния бессмертия? А не надо женщине преодолевать это желание, это нормальная потребность. Пусть себе зачинает ребенка, вынашивает, рожает и воспитывает, нет проблем. Главное, чтобы она правильно относилась к своему дитя. Как? Вот кого она родит, неважно, мальчика или девочку, это она родила братишку или сестренку свою. То есть это брат или сестра ее. И вот так родители должны относиться к своим детям. И это нормально. И потребность природы не будет хромать. И отработается кармический опыт, который был когда-то создан человеком в других инкарнациях. И так далее, и тому подобное. То есть это нормальное явление. Пускай себе желает, не надо себе ничего запрещать. Надо просто правильно понимать. И все будет на своих местах. Из своего опыта и из опыта моих знакомых я знаю, что человек, когда остается один, он сталкивается с такой проблемой, как одиночество. Вы могли бы дать определение с позиции энергологики, что такое одиночество? Я помню, у меня было стихотворение такое по форме рубая, четверостишие. «Я иду разведанной дорогою, подвожу я первый свой итог. Знаю, за небесными порогами одинок на свете я и Бог». Дело в том, что это не позиция гордыни, которую сейчас я попытался в своем стихотворении высказать. Стихотворение написано очень давно. Это порыв души, причем абсолютно правильный. В этом мире все и все одиноко. Одиноки, абсолютно. Даже Бог совершенно одинок. Ему некому сказать, что он Бог даже. У него одинокость всемирного масштаба, вселенского, очень глубокая. И каждый человек одинок.
поскольку он живет в мире собственного сознания. А раз он живет в мире собственного сознания, значит, все, что он видит вокруг, люди, предметы, события, все это, вот, что мельтешит ежедневно у вас перед глазами, что вы можете пощупать, с чем иметь контакт, все это ваши мысли, всего лишь навсего. А вы один единственный человек в своем мире. Вы в полном одиночестве. И вам кажется, но вам кажется, что вы не одиноки. И вот с кем-то поболтали, да? На самом деле поговорили сами с собой. Вы даже сексом занимаетесь сами собой, вообще-то, по большому счету. Никаких партнеров нет, это все мысли ваши. Вы понимаете? Вы всегда в полном одиночестве. Но вы себя развлекаете вот этой фантазией, что якобы вы с кем-то общаетесь, что якобы вы что-то познаете, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому одиночество – это нормальное явление, но главное его правильно понимать. И тогда вы будете улыбаться одиночеству и воспринимать его истинное, а не такое, которое вот человек думает, одиночество – это значит, тот он закрылся в квартире собственной там, или в подвале его посадили, да, и он совершенно одинок и никому не нужен там, и так далее, и подобное. Да. Ведь и живя среди кучи миллионов людей, человек тоже все равно никому не нужен. По большому счету, потому что это он воображает, что он нужен. На самом деле это все мысли его всего лишь навсего, понимаете? И поэтому, находясь в закрытой квартире, в подвале там или еще где-то, вот на космической станции, в так называемом вот одиночестве, человек, если он не понимает, что это такое суть, толк в одиночестве по-настоящему, божественное одиночество, да, вселенского масштаба, то он тогда, конечно, может пропасть просто. Потому что достаточно включить воображение, и можно вполне быть самодостаточным, и одиночество не покажется в тягость совершенно. Я имею в виду вот то одиночество, когда вообще вот человек полный, как говорится, закрытости в квартире, там еще где-то. На самом деле любой человек одинок, совершенно любой одинок человек. Опять же, из своего опыта и опыта своих знакомых, я знаю, что какое-то время, когда чувство одиночества возникло, оно сильно мучает человека. Но проходит определенное время, и оно исчезает. Человеку нравится быть одному, дома, в квартире. То есть ему становится комфортно. Почему так происходит? Почему человеку нравится, потом он привыкает к одиночеству, нравится, начинает одиночество? Я вам скажу почему. Потому что человек начинает надеяться только на самого себя. И вот что он сделал, то и сделал. Что не сделал, то не сделал. Ему некого обвинить. Ему не на кого наорать, разозлиться. То есть он начинает экономить энергию. У него уравновешивается чувства, эмоции. И в конечном итоге он начинает ощущать удовольствие от одиночества. Что, оказывается, он не тратится вот впустую на какие-то непонятные контакты, так называемые. Но хорошо это или плохо? Давайте так скажем. С одной стороны, это хорошо, если этот человек развит, и у него определенные цели и достижения, если он идет по пути к Богу, развивается. Почему хорошо? Потому что он может нарабатывать в себе вот эту силу устремленности, там, познания, магичность и так далее, что делал даже Христос, уходя на 40 дней в пустыню. А с другой стороны, нельзя в этом состоянии быть постоянно, вы понимаете, потому что можно перестать развиваться вообще. Попросту по-народному сказать, это можно попасть в дурку, да, то есть сойти с ума, понимаете. Ну, это сам, конечно, неприятным и худшим случае. Поэтому все-таки общение человеку нужно. Пускай даже оно неестественно, оно в воображении, но оно нужно, потому что он начинает получать новую информацию. Конечно, он может получать информацию при хорошем развитии и вообще находясь в полном одиночестве. Но не забывайте, что это мир скоростей и мир сравнений. И мир сравнений. И ему нужно с кем-то сравнивать. Он должен кому-то показать свои достижения. Кто-то должен их увидеть, кто-то должен зафиксировать их, что они есть. Конечно, если у человека очень сильно развито воображение, ну, он там может даже людей вымышленных иметь, друзей там, и так далее. Что дети, кстати, иногда делают, у них вымышленные друзья, там, инопланетяне и разные человечки, там, гномики, животные. Но я еще раз подчеркиваю,
тогда человек станет либо богом уже, это же уровень уже бога, когда вот так вот человек, да, может только воображение жить и развиваться, получать новую информацию. Или же это будет игра детская настолько, что человек останется на прежнем уровне развития или даже начнет деградировать. И еще раз подчеркиваю, в худшем случае может попасть в сумасшедший дом. Поэтому я не рекомендую, конечно же, вот таким одиночеством долго злоупотреблять. Все-таки советую выйти к так называемым людям, в гущу событий, хотя бы время от времени это делать и накапливать кармический опыт. Ну, пускай в ложной, но реальности. Скажите, пожалуйста, в чем причина возникновения чувства одиночества и как преодолеть его? Я считаю, что преодолевать одиночество обязательно надо уметь. А что это такое? Это навык, умение наблюдать за собой со стороны, так называемое. Ничего нового я вроде бы тут не сказал, да, со стороны. То есть человек должен понимать по симптоматике. Если он долго одинок и чувствует, что ему это нравится абсолютно, и он не развивается, то значит, ему срочно нужно уже выходить к людям. Если он одинок и развивается, тогда он должен проанализировать, а развивается он не абсурдно ли, то есть логически людям, если он начнет это развитие выказывать и показывать, и объяснять так называемым людям, да, в среде так называемой реальности, оно будет это понятно, его развитие, или же оно будет непонятно. То есть надо еще уметь со стороны слушателя посмотреть, если ты будешь кому-то что-то рассказывать, поймет ли тебя человек. И если ты видишь, что понимает, ну тогда можешь оставаться пока в одиночестве, ничего страшного. Но если ты вдруг почувствуешь, что им не понять это, вот срочно беги к людям. Потому что дальше дурка. Или вообще полный абсурд. Вот я считаю, что здесь нужно методом пугания. Именно пугание. Ведь самое страшное наказание от Бога, даденное, если человек сильно провинился, это лишение разума человека. Бог лишает разума. И поэтому бойтесь этого. Если вам есть что терять, вы обязательно испугаетесь потери разума собственного. И поэтому вот это вот будет очень сильный контроль. Не сходите ли вы с ума? И срочно контролируйте, постоянно контролируйте себя, находясь в этом состоянии в одиночестве. Потому что это как на лезвии бритвы. В любой момент можете подскользнуться и не подняться. А значит, надо все время анализировать. Понимает ли тебя в твоем развитии, когда ты в одиночестве, когда человек в одиночестве, в твоем развитии окружающие люди, даже в воображении своем. Или даже реально вышли к человеку, соседу, что-то сказали. А он пожал плечами и подумал... Авось или что? Ну, вы тогда могли улыбнуться, я пошутил там и так далее. Но уже вы задумывались, что все, вам пора к людям. Вы что-то говорите не так, люди ничего не понимают, понимаете? Вы скажете, да, может, он просто глупый сосед. Вы знаете, вы же сами выбирали, кому пойти. Выберите тогда того человека, который вас поймет. Или же скажите соседу на его уровне глупости, то, что вы вдруг для себя открыли в развитии собственном, получили новое. В одиночестве находясь. Значит, это обязательно лакмусовая бумага, проверка постоянная, понимаете? И если это не случается, вы просто можете лишиться разума, а это самое страшное. Это конец всем инкарнациям. Если человек сошел с ума, его инкарнации заканчиваются. Еще раз подчеркиваю, если человек в реальной жизни сошел с ума, его инкарнации заканчиваются навсегда. Все, эта сущность больше не сможет, по крайней мере, осознанно рождаться. Все, она уходит практически на материал. Это смерти подобно, понимаете? Поэтому там самое страшное потерять себя, свое понимание, понимание себя и мира вокруг. Вот чем себя нужно пугать. Пугалка постоянная, да, лакмусовая бумага. Проверяете в одиночестве, находясь. И тогда вы точно будете оттуда выныривать. Но если вас уже настолько схватило, тогда... одиночество, что вы этого даже не можете сделать, себя вытащить, ну тогда нужно попробовать хотя бы обратиться к кому-нибудь, да хоть ко мне на консультацию, чтобы помогли, или к психологу какому-нибудь, ну хоть что-то сделайте, чтобы как-то вылезти. И маленькая подсказка, если совсем ничего не срабатывает, начинайте играть в шашки с кем-нибудь, с кем угодно, в шахматы, начинайте играть просто в лото, в карты, просто идите, звоните друзьям каким-то, приезжаете вы в карты играете или к ним едете, понимаете? То есть какие-то такие глупости начинаете совершать, такие вот, ну,
вообще, я не говорю про антисоциальные и противозаконные, а в рамках закона все дозволено, ну такое все низкого сорта, абсолютно низкого сорта. И вы увидите, это вырвет вас из этого одиночества тоже, тоже вырвет. В предыдущих передачах вы говорили о том, что человек, душа человека состоит из одержаний, можно также сказать, из эгрегоров. Какова вероятность, что когда человек испытывает чувство одиночества, какое-то одержание, какой-то эгрегор сейчас не насыщен энергией? То есть это он испытывает потребность, положим, в общении с кем-то, либо ему с кем-то нужно поделиться информацией. То есть какой-то эгрегор, положим, эгрегор общения, нуждается в энергии. И таким образом человек испытывает чувство одиночества. Ну, здесь ничего секретного нет, это совершенно так и происходит. Человек, каждый человек соткан из одержаний, из эгрегоров. Ну, обычный человек, который живет в логике сознания, вот обычного сознания человека на Земле. Его как такового почти нет. Разные эгрегоры через него общаются друг с другом. Понимаете? Вот вы живете, телезритель, любой, может так себя вообразить, и через вас идут разные эгрегоры. Ну какие? Ну, эгрегор вашей работы, да, ваши сотрудники через вас общаются друг с другом, ваши родственники через вас общаются друг с другом, разные политические течения частично используют ваши тракты, так называемые. Но это, вы знаете, как в глобальной сети интернетовской, когда много-много миллионы компьютеров подключено, и частично проходит информация через один какой-то, другой, третий, десятый миллионный компьютер. И таким образом, в общем-то, эта информация что-то решает, какую-то задачу там и так далее. Также и вы сотканы из этих одержаний, через вас проходит постоянная информация какая-то, которая нуждается в потребителе, или наоборот, потребитель какой-то заходит через вас и нуждается в какой-то информации. Отсюда получается, если человек не общается, не идет, куда эта информация его должна вести, просто на улице, может, на лавочке посидеть, то человек начинает испытывать чувство одиночества. То есть это вполне реальные вещи, да. Это абсолютно реальные вещи. Рацци правильно говорит, в соответствии с нашим учением, энергологикой сознания человека. Но я сейчас просто попытался это объяснить нашим телезрителям. Вкратце, конечно же, кто не совсем понял, приходите заниматься, вы все это будете понимать и уметь манипулировать всеми этими пространственными предметами. Тут другая интересная еще вещь есть такая, что когда человек ощущает чувство одиночества, вот в этот момент он способен научиться управлять этими потоками, которые через него идут, потоками эгрегоров. Потому что если он останется в этом одиночестве и постарается к нему привыкнуть, то он начнет управлять этими потоками. То есть вот он привык в каком-то месте, его потащило на лавочку, а он не пошел на лавочку в парк. Значит, тогда какие-то эгрегоры, возможно, вредоносные, перестали через него общаться, отпустили его, а у него вдруг раз и болезнь какая-то прошла. Вы понимаете, то есть можно не пойти гулять в парк, не посидеть в нем, оставаясь в чувстве одиночества и насильно себя удержавши в нем, и выздороветь вдруг, или наоборот заболеть. Здесь очень много-много разных моментов. Это целая технология, целая наука. Но я ее сейчас здесь в короткой передаче не могу преподать. Подчеркиваю, что это мое авторское начало. Без воровства. Скажите, пожалуйста, в какой момент человек перестает или перестал чувствовать себя самодостаточным? Это произошло где-то в прошлом, и то есть сейчас большинство людей не самодостаточны, им необходим партнер противоположного пола, то есть, как принято считать, человек ищет свою вторую половинку. Или же это результат воспитания, то есть можно ли сказать, что ребенок рождается самодостаточным и в процессе воспитания, развития приобретает зависимость от отношений, взаимодействий? Дети рождаются совершенно разные, с разным кармическим опытом, с разными кармическими программами. Кому-то нужно родиться самодостаточным, кому-то не совсем самодостаточным, кому-то нужно вообще приобретать в поте лица и крови порой, да, эту самодостаточность.
Поэтому нельзя однозначно сказать, что только рождение вот есть, и оно-то главное, а дальше воспитание не влияет. Воспитание, конечно, влияет обязательно. И оно может погубить самодостаточность, которая дадена была от рождения, или наоборот развить ее, если она была не дадена. Понимаете? То есть это абсолютно реальные вещи. Да, Ратси правильно догадался, два начала, которые управляют самодостаточностью, ее развитием. Рождение, опыт предыдущих кармических воплощений и воспитание. А что такое воспитание? Это же не только родители, а это и просто среда, эпоха, в которой человек живет, мода, в которой он существует. Бытовые приборы даже обычно влияют на наше развитие самодостаточности. Друзья, там, работа, да все, что хотите. То есть совершенно правильно, да, два начала влияют. Подскажите, пожалуйста, как воспитать ребенка самодостаточным? Рати, ну вопрос, как воспитать ребенка самодостаточным, это вопрос отдельной и не одной передачи. Я думаю, что проще телезрителям прийти ко мне заниматься и задать этот вопрос, и они получат исчерпывающий ответ. Нет проблем, пожалуйста, приходите заниматься, я все вам поясню. Но здесь коротко все-таки кое-что скажу, потому что передача есть, и задан вопрос, и что-то надо обязательно ответить и немножко хоть помочь в понимании этого вопроса. Ну, во-первых, надо постараться присмотреться к ребенку. Вот с самых пеленочек. Он самодостаточен или нет? То есть вот он просыпается, он может какое-то время сам с собой играться, там руки изучать, кусать, там, или он сразу начинает плакать. Если он сразу начинает плакать, значит, у него уже от рождения мало самодостаточности. Значит, надо ее будет развивать. Если он какое-то хотя бы время не плачет, то вот насколько не плачет, настолько он и самодостаточен. Есть дети, которые вообще не плачут, а ждут, когда подойдут, ну почти не плачут, да, когда к ним подойдут взрослые и покормят их. Ну, исключая, конечно, там рези в животике, что у детей почти у всех бывает, там и так далее, и тому подобное. То есть вот этот совет я могу дать. Опять же, это авторский совет, напоминаю. Вы можете уже с пеленочек увидеть, как работать с воспитывать этого вашего ребеночка, делать из него самодостаточность или поддерживать ее. То есть лепить из него самодостаточного человека или поддерживать уже имеющееся от рождения. Вот маленький такой совет. А если вы хотите по всем направлениям увидеть, как воспитывать ребенка, ну понятно, приходите заниматься, я помогу вам. В передаче «Зачатие или почему рождаются дети» вы рассказывали о том, что будущий ребенок управляет судьбой родителей. По причине того, что душа будущего ребенка, будущего человека хочет уплотиться на земле у данной пары, они встречаются, затем зачинают плод. И вы говорили о том, что судьба их меняется. Вначале во время беременности, затем во время развития уже родившегося ребенка. Скажите, пожалуйста, когда ребенок перестает быть ребенком и управлять судьбой родителей и родственников его окружающих? Когда родители могут начать жить уже самостоятельно, не боясь, что какое-то проявление собственной воли может повлечь возвратный удар? Здесь я сразу хочу сказать Рати, может быть, не совсем радостную, скорее печальную новость. Ребенок управляет родителями всегда, пожизненно. А чтобы избавиться, ну, в кавычках избавиться, уж не будете с пистолетом избавляться от влияния ребенка. Чтобы избавиться от такого влияния, требуется просто переосознать в голове, вовремя отпустить ребенка, понимаете? Пересознать его и отношение к нему переосознать. Вот после 5 лет нужно его отпустить. То есть отпустить в голове на самостоятельность. До 5 лет там оберегает мама, чтобы вот не упал, там еще чего-то, да. А после 5 лет надо отпустить, он должен уже предаться собственному познанию мира. Только уже подсказывать, только направлять. Это первая так называемая вот защита от влияния ребенка.
А дальше, когда ему там 10-12 лет, нужно еще больше отпустить. Надо отпустить, то вы тело отпустили, а теперь душу нужно отпустить. Все, эмоционально вы уже не влияете, а только корректируете. Вы уже не наускиваете эмоциями ребенка, а только корректируете. И где-то уже к 16 годам нужно отпустить ментально. То есть уже не влиять совершенно на мысли человека, уже взрослого, считайте, на его суждения. И так, только корректировать, можете там что-то подсказывать, книжечку подложить там и так далее. Но уже не влиять, не давить ни в коем случае. И вот где-то уже в 20-18 вообще нужно отпустить, и все. Вот как он есть, так и есть личность. Больше уже не трогать его. Только если он сам спросит, тогда пожалуйста. И, конечно же, тут надо еще не видеть его ребенком своим. Может быть, другом или подругой, если это дочь. Может быть, братом или сестрой. А может, вообще отказаться, что вот он был у вас, вы воспитали, забыли его, нету. И уехали, даже не знает он, где вы живете. Но это самый такой неприятный момент, конечно. Я думаю, что вот или брат, или сестра, или же тогда ну, абсолютно вот никаких контактов. Одно из двух. Понимаете? То есть надо отпустить полностью. Полностью. И надо такую позицию выдержать. Но легко и свободно, без страха, без гордыни, без высказываний каких-то, без претензий, без эмоциональных таких. Вот. Тогда вы сможете уже выйти из-под влияния ребенка. Но если оно и останется ну, на 5-10%, ну это незначительно, вы понимаете. То связь какая-то все равно будет, конечно. Но не такая, как вот она... Вот, была бы, если бы вы не выполняли все мои рекомендации, которые здесь я сейчас дал. Подчеркивайте, все рекомендации авторские. Потому что очень много ворованного. Очень много в книжках по всему свету, да, ворованных мыслей Всеслава Соло. Очень много преподают, медали получают на моих же фразах и на моих же темах. Поэтому я подчеркиваю, авторское, что когда-то я тоже доберусь до многих. И будем разбираться уже в других учреждениях. Люди, которые испытывают чувство одиночества, часто говорят о том, что им не с кем поговорить. Почему для человека так важно общение? Общение для человека, конечно, важно. Ну, он может, конечно, без него и обходиться, но оно важно по причине того, что существует обмен энергиями еще. В воображении тоже ими можно обмениваться. Но не каждый человек, я подчеркиваю, напоминаю вам, ранее, но и рассказанное уже в этой передаче, не каждый человек способен в воображении так вот быть реален настолько, чтобы обмениваться и энергиями еще. Поэтому, конечно же, мы идем к людям и общаемся. И поговорить хочется хоть с дворником, хоть с бродягой, хоть с собакой, хоть со столбом, хоть с деревом, хоть с кустом. Но хочется человеку хоть с вороной поговорить, хоть с голубем, хоть с облаком, ну, выйти, и чтобы хоть кто-то его увидел. Посмотрите на старушек, которые там сидят одинокие. Они выбегают на улицу кому-то хоть на ногу наступить, с кем-то хоть поругаться, хоть чтобы их вспомнили и думали о них. Пускай даже противно думали, невежественно, но она этим живет. Она пообщалась, понимаете? Вот, имейте это в виду. Общение, конечно же, нужно людям. Но чем больше развит человек, тем больше он уже общается сам с собой. Вот, Всевышний, он настолько развит, Демиург, что он уже может вообще общаться со всеми, а значит сам с собой уже, потому что ему не надо вот конкретно кому-то даже выходить, понимаете, по большому счету. Ну, исключая вот эту эпоху, которая сейчас возникла и строится, новая эра всемирного сознания, когда Всевышний придет реально воплоти и будет строить Царствие Небесное на земле. Собственно говоря, его строительство уже началось. Так что... Общение человеку нужно, особенно тому, который развит не как Бог, а как обычный человек. Нужно. Скажите, пожалуйста, испытывает ли Бог одиночество? Но мы же по подобию Его собраны и сделаны, сотканы. Конечно, может испытывать одиночество, и Бог может испытывать одиночество. А у Него самое страшное одиночество – там вообще некому сказать и представиться-то некому. Потому что если вот Бог на своей скорости, находясь, а Он находится сразу во всех точках мироздания, вдруг на своей скорости на одну какую-то точку попытается выйти и сказать ему: «Ты знаешь, я хочу с тобой поговорить».
то эта точка сгорит моментально. Представляете, ведь скорость какая, да, у Бога, и какая скорость у этой точки маленькая, да? Естественно, что такую огромную скорость эта точка не сможет даже уловить, она тут же сгорит. Поэтому у Бога это самое страшное одиночество. И это одна, кстати, из причин, почему Всевышний явится к нам на землю живьем. Существует ли разница между отшельником и самодостаточным человеком? Или же можно отшельника назвать самодостаточным? Как сказано было, ни один отшельник не придет ко мне. А я добавляю, ибо к Богу в одиночку не придешь, а только со всем миром своим. Что такое отшельник и что такое одинокий человек? Отшельник – это тот, который не хочет развиваться и не хочет быть в миру, и полностью хочет быть только с Богом. Извините, а на кой ему Бог? И на кой нужен он Богу, если он абсолютно отказался от всех людей, от всего мира, а это тоже Бог. Значит, он от части Бога отказывается, вот этот Бог мне не нравится, а вот этот Бог мне нравится, понимаете? Если даже власть, любая власть на земле от Бога дадена, то уж и мир также даден от Бога, весь. И как же его можно частью отрицать, а частью принимать? Только в молитвах, а все остальное бред, да? Отсюда делайте вывод, что отшельник – это плохое качество человека. Это неправильная стезя развития жизни. Вот одинокий человек от отшельника отличается, естественно. Опять же, с точки зрения еще, и надо посмотреть на него развитие, да, куда он идет, зачем он живет вообще-то. Может, он вообще глуп и никому не нужен, и хочет быть одиноким в своей глупости. Понимаете, тут разные могут быть варианты. Поэтому, если он одинок для развития и строит в своем воображении, продолжает строить среду, в которой он якобы живет, да, а на самом деле он в ней живет, то это другое дело, это все нормально, это, его даже нельзя назвать одиноким. Отшельник не строит ничего, он просто отчасти отказывается, понимаете? А вот одинокий человек имеет полную возможность строить, то есть жить в воображении. Или же научиться управлять течениями эгрегоров через него, уже я говорил об этом. Здесь много интересных моментов. То есть одинокий – это не значит отрицающий всех и среду. Это не отшельник, это разные позиции. Но еще раз подчеркиваю, что каждый одинокий человек по-разному одинок. Он может быть от глупости одинок, может от того, что он болен одинок, может он от того, что не понимает чего-то в этом мире одинок, ну и так далее и тому подобное. Спасибо, Всеслав Маркович.